Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и одинцовские активисты партии «Единая Россия» проинспектировали организацию питания в образовательном центре «Флагман». Контрольное мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Меню согласовано с Роспотребнадзором. Проверяющие отметили, что все блюда имеют полезные и питательные свойства, приготовлены по установленным стандартам. Особое внимание уделили соблюдению норм санитарной безопасности. Также в рамках рабочего визита депутаты проверили ход реконструкции улицы Чистяковой в микрорайоне «Новая Трехгорка». Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» и отработки наказов народной программы. Работа уже выходит на финишную прямую. После ввода обновленной дороги в эксплуатацию жители «Новой Трехгорки» получат удобный четырехполосный выезд из микрорайона на северный обход Одинцова.